Однако доброе утро. Солнце уже встало. Мы проснулись. Пошли погулять. Сегодня ветрено. Холодно, правда. Осень. У нас идут последние приготовления к отплытию. Да? Витя убирает зарядки. Олег уже готов плыть. Сиди. Наш первый выход на новой яхте. Смотри, мама. Что? Погодка сегодня ветреная. Волнушка присутствует. Много белых барашков. Барашки. Это и чай. Чайки. А там дальше барашки. По слухам, где-то в этих местах снимали фильм «Особенности национальной охоты». Помните кордон Кузьмича? Вот. Где-то здесь этот кордон. Очень живописные места. Выборгские шкеры. Красота непередаваемая. Ни камерой, ни словами. Капитан вылез из ниоткуда. Левой, да, Витя? Там бой, обойди меня с юга. Информатор как раз за ним. Здесь куда интереснее ходить, чем у нас на Пироговке. Буи разные, камни, мель. Мы идем по фарватеру между зеленым и красным буем. Вот, смотрите, с одной стороны красный, с другой зеленый. Будем изучать местность. Смотрите, какие красивые острова. Бесподобно просто. Свободная вода, но тут паруса поставить. За островами? Ну, вот сейчас выйдем за острова, вот буквально вот, где фарватер отмечен. Это большой участок, да? Ну да, больше, чем. Ну, чуть больше, чем здесь. Скажу, что там открыто море. Но есть где поставить паруса. Справа у нас красный буй, огораживающий фарватер. Буи, конечно, все очень потрёпанные. Повидавшие виды. Берег бесподобный, камни, березы. Мы идем по встречке, кстати. Фантастика. А здесь против солнца у нас зеленый буй.
Погода сказочная. Мы планируем ставить парус. Олежка заснул. Меня. Мы любимые буняшечки. Выходной день, рыбаки. Створ, как я понимаю. Вот здесь вот какая-то конструкция. И вон там вот на острове, видите, тоже белая конструкция. Думаю, это створ фарватера. Смотрите, мы идем против судового хода. Видите, белые вот эти квадратики? Это створы судового хода. Они должны соединиться. Когда они соединены, значит, мы идем правильно по судовому ходу. Как вы видите, сейчас мы идем не совсем по судовому ходу. И нам надо управляться. Я сейчас рулю изо всех сил. Стараюсь вернуться на судовой ход. Они должны быть соединены. У меня позади корме. Вот так вот, видите? Так, а мы готовимся ставить паруса. Идем под парусами по судовому ходу. Вот он буй правой стороны фарватера. Не левой, а правой. Тут действуют морские правила, поэтому красный буй обозначает левый, левую сторону фарватера, зеленый правую. Часть мирового океана. Из этого моря можно выйти куда угодно. Итак, редкий момент. Я наконец-то доверил Юле управление лодкой. Вон она, яхтовладелица. Стоит, управляет своей яхтой. Ребенок хочет рыбачить, а у нас нет никакой удочки для троллинга. А наша не подходит? Наша нет, не подходит. Ну, хоть нам снасть как минимум другая нужна. Ну вот и первая поломка в пути. Вылетела кнопка от, как это называется? Мягкого брандершита, не знаю. Ну да, от накидки на брандершит. Ну, конечно, она вылетела не сейчас. Дети зацепились с утра. Но, если честно, совсем вылетела. Мы идем тихонечко под подсельком. Узла 3-4. А Витя пошел полежать на полу. Шучу, он просто лазит там в бундуке. Смотрите, какая там гряда камушков. Мне, если честно, влекует все. Там прям гряда торчащих из-под воды камней.
Там еще один камень. Ты меня снимаешь, что ли? Такой вот яхтинг в этом море, блин. Юрий, мне не страшно, да, повернем? Короче, мне страшно так близко к камням идти. Мы сейчас будем делать поворот оверштаг, чтобы идти в противоположную сторону. Чудовище. Вот такая вот гряда. Хорошо, погулялись. Привыкаем постепенно к яхте. Звали поучаствовать в регате. Яхте не прыгали, так что снаряд. Да, на сегодня звали в Выборг. Но когда ты первый раз выходишь самостоятельно на яхте другого класса, чем ты ходил раньше, конечно, непривычно, надо освоиться. Тем более, когда путешествуешь с детьми. Смешная в этом капюшоне, но забыла себе шапку, детей собралась и забыла, поэтому вот такой вот живописный разбитый камень возвышается на берегу молотком своим возле входа в наш яхтенный порт. Парковка на Виге. Вот швартовка. Дело нелегкое. Заканчиваем швартовку, поправляем то, что здесь было неправильно одето. Дети балуются на носу. Обходи, Олег, давай, слази. Вот так вот.